Доброе утро. Наше мероприятие сегодняшнее очень символичный день происходит. Вчера открылся реконструированный памятник в Саласпилсе. Теперь из мемориала, который там был, исчезли все упоминания о зверствах фашизма. И теперь официально это обыкновенный лагерь труда и отдыха. А чего ты туда не приехал? Почему туда не повезли ты? Провокатор из полиции безопасности пытается помешать мне говорить. Мешать? Взял бы, приехал бы туда, там бы и сказал бы. Помолчи! Как выехали, Борис? Из наших детей образование, знание, кровь. Это то, что творилось в Саласпилсе, когда из детей нацисты высасывали кровь. Не дадим сделать это нашим депутатам. Они должны знать, что сегодня они принимают решение об уничтожении, об изъятии крови у наших детей. Ты засранец! Приезжай, Саласпилс, положи цветы. Если ты туда не едешь, ты засранец.